Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Мне прикольно в маске. Там вот здание вот это красивое такое. Солнышко на улице, солнышко. Весна, весна, весна. Яндекс еда поехала. Ты вроде куртку хотел померить, нет? Да, и куртку не стал. Очень широко, даже если тяжело. Тем более она сзади уже утягивает. Сарафан все есть, не носит. У меня сарафан нет. Магазин. Две тысячи со скидкой. Mm-hmm.
Ну да, Биг Тейси, вот. Это джуниор. А ты как будешь, что ли? Биг Тейси, что ли, достали? Ну, подожди, Вик. Да? 46-й большой. Да, 46-й. Наверное. Ну, 1200. Значит, Наталья-то это заказала. А вот тут раз. Это что? Три. Рубашка. Интересно там. Блин, 300 рублей за такое мне жалко. Экспрессе, реально, 200 рублей. Свечки. Тесак, мою коллекцию. Секрет что-то. Одень собаку. Ничего. Ну, одень. Вот так вы взять. Или котят. Ушки. Батмобиль.
Подожди, давайте сюда. А, кожа. Вот прикольно. Хер. Синий, да? И почему у меня она? Может, она привезет синенький, да? Не, вот он синий прикольный, вот это не... Кстати, резина. Гляди, прикольно. Имбирь. 50 рублей. Это васаби, такие васаби еще холодненькие лежат. Я знаю, Сережка. Кожурная. Оливковая. Имбирная. Я хочу. Я кушаю мороженку. Сереж, давай делиться своим мнением. Я могу поделиться. Но своим... не мороженкой. Я хотела сказать про Junior. Биг Тейси Junior. Мне, кстати, понравилось. Это получается тот же Биг Тейси, просто чуть по размеру он меньше, чем обычный Биг Тейси. Цена там по чеку что-то 185 рублей. Так что если кому нравится... Девушка следит за фигурой, может съесть. Ага, его. Если девушка следит за фигурой, она явно не будет жрать Макдаки. Если у нее только просто случился срыв. Нет. Поменьше калорий все-таки. Намного ли? Что там, меньше только на одну помидорку? Просто девушкам, которым нравится Биг Тейси, но для них он обычный большеват, если. Некоторые сажут целый, понятное дело. Я сама целый могу сажать. Тут Junior можно заказать, он будет поменьше. Кто-то съедет за фигуру, но съедает два Биг Тейси. Но если вы еще набираете вес, то, пожалуйста, да. Премьер взяла вот мороженку. Это у меня что, Сереж? Бабульку? Баблгам. Это же бублигу. Короче, вот это из этой серии. А в другой ваниль бурбон. Вот так вот. А с бурбоном поаккуратнее. А я не за рулем. Надо довезу, букву тут разбушуешься. Окна запотеют, да? Кушаю мороженку и едем. Вернее, муж едет, а я жру мороженое. Тут говорит, сейчас сам дружит. Этот бургер Black Star, или как там называется, еще не открылся у нас в премьере на третьем этаже. Написано «Скоро-скоро», но эту надпись я еще видела в январе. Ну, сейчас из-за коронавируса, наверное, тормознули. На улице непонятно, вроде как бы солнышко. Как непонятно, вон, по флагам на заправке. Все и понятно, что холодный ветер, вернее, там. 11 градусов. Поехали потихонечку. Пойдем посмотрим наш замочек. Ветер. Броня вон там. А ну вот она. Ветер, колпак одел. Сейчас они, конечно, все одним цветом, все ржавые, а сверху зелененькие покрашены. Хотя он, а нет, уже какие-то серые. Вешают влюбленные замочки на мосту любви поцелуи. Ну да, еще потом и серым покрасили. Мост серый. Сердечко? Вообще-то да, он у нас был красным сердечком. Подожди, совет и любовь, да, это везде выбито. Я помню, где-то прям в краю. Значит, подожди. Ну где-то около воды. Мне кажется, где-то вот здесь. Вот. Блядь, одни сердечки, смотрите, остались.
это теперь есть, только посчитаем, когда прутья, и узнаем, где наш именно. То есть вот эти балки. Ну, надписи, да. Потому что он все вон, даже краска уже отлетает. А, он весь даже сам, замок рушится. И они вот, смотри, обычно замки, значит, они сорвали все-таки. Нет, дальше уже нет. Смотри, тоже сердце. Опять сердце. А это недавно. Декабрь 19 года, Вова и Таня. О, 7 декабря 19 года, а он так уже тоже потрепанный, весь ржавый. Ой, прикол. Ну да, одни сердца, кстати, оставили. А вот еще. Вот этот оставили. Видео посмотрим тогда и посчитаем, где наш. Потому что 5 лет тому назад я считала по этим вот прутьям. Ладно, поехали домой мы. А я буду досыпать. Тут завернули, вон машина. Куда нам отъехать? Растяжку сняли. Угу. Что это? Может, ветром бывало? А может, выцвело и убрали? Ну да. Все, мы дома. Вот, достала покупки из пакета. У нас был буквально один пакет. Сегодня тоже у нас прям чуть-чуть тут покупочек. Вот цены, кому интересно. Можете потом посмотреть, значит. Кока-колу взяли по акции. Именно без сахара. Тут должно быть 900 миллилитров. Да. Это опять взяли для коктейля. Так просто мы ее не пьем. Просто закончится основной ингредиент коктейля, и мы перестанем брать опять эту кока-колу. А это вот что-то разбаловались мы. Масло, значит, подсолнечное, тоже 900 миллилитров, 48 рублей. Взяли одну вот такую бутылочку. Морскую капусту. Взяли с кимчи, в ней 5 грамм. Где-то вот я увидела ее и все, захотелось. С кимчи были также еще с васаби, с оливковым маслом, с кунжутным маслом. И классическая. Цены разные, от 37 рублей до 41 рубля. Это вот 40 и 30 копеек. Откроем, попробуем. Напиток овсяный, это вот по акции. Большая бутылка, 89 рублей. Тут литр идет. Вместо молочного коктейля, только польза и ничего лишнего. Не содержит лактозу, ГМО, трансжиры, антибиотики. Вкусов там тоже было много по акции. Штуки, наверное, 3 или 4 точно был вкус. Это не молоко. Лимоны. Это вот лимоны называются в коробке. Килограмм 100 рублей. 2 лимона вышло на 42 рубля. Были еще лимоны. Лимоны Казахстана вроде бы. Они такие оранжевые, маленькие, но килограмм 200 рублей. Лёлик, у нас две штуки прохвоста, 12-20. И взяли цезарь, 22-90. Сегодня у меня жаркое с уткой. Горошек взяли одну банку, 21 рубль. Уже не первый раз берем, вот именно каждый день горошек. В Диксе мне не нравится горошек, он какой-то сухой. Сколько вот покупали банок, пока вот нормальный попадался. Так, вафли взяли сливочные на этот раз. 242 грамма, 34,70. Соевый сос взяла, 4,75 стоит классический. Беру первый раз. Обычно я в бутылках беру, а это вот так вот. 30 грамм, то есть вот это нормально. Где-то примерно эти, вот так будет. То есть больше полпакета здесь есть. Ну, если нам понравится, ну, то можно его брать на один раз. Как раз пакет 5 рублей, да и все. Печенье Мария взяли. 240 грамм. 23 рубля. Ну, так нормально, приличненько. Так, а что, и все. Да, и все, больше ничего не взяли. Я, конечно, его уже открывала, когда были в премьере. Чуть пить захотелось так. У нас овсяная фруктовая экзотик. Вот я пробовала. Запах у него сок мультифрут. А на вкус
Ну, какой-то овсяный, вот очень прям чувствуется. И вот чуть, правда, как будто просто сок добавили. Если взять все-таки с какао, другим вкусом, мне кажется, будет намного вкуснее. Ну, опять у каждого свои вкусы. Давайте вот эту штуку откроем и мужа позовем. Сереж, давай попробуем морскую капусту. С кимчи. Сушеная, обжарена в кунжутном масле со вкусом кимчи, готовая к употреблению. Пиво есть? Зачем тебе пиво? Это просто... Чтобы заглушить. Заглушить? Да господи. Кстати, сегодня грудинку ели из светофора. Мне понравилось. Прикольная, нормальная грудинка. Просто смотрите, как вы любите. Пожирнее, не пожирнее. Кстати, пахнет морская капуста как будто чесноком. Не знаю почему. Пачка пахнет как от влаги. Зелененькая такая травка. Блин, прикольно. Серёнь, давай. Не, прикольно. Попробуй. Хрум-хрум-хрум. Кривится. Скажу по секрету. Ну, за счет этих специй приправ? Каких-то что-то сюда. А так, не. Ням-ням-ням. А мне понравилось. Острота какая-то присутствует, да? А тут вот, с одной стороны, если приглядеться. Вот, кстати, она на пальцах, наверное, остается, приправка эта. Соль как будто. Надо другие теперь вкус попробовать. Интересно, а если с васаби брать? Ну да, с вкусом васаби. Она очень будет ядреная. Держи. Можешь еще? А сколько тут получается штучков примерно? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-10 штук, что ли? Ням-ням-ням. Она заканчивается, короче говоря. Состав. Что, морская капуста, кунжутное масло, соль, приправы, кимчи. И все, да. И даже нам обещают, что тут витамины. Содержит витамины А, В, С и важные микроэлементы кальций, железо и йод. Где такое видела-то еще-то? А, в Барсе я видела. Будешь? Ну, давай, давай последнюю, третью дам. Сказал давай. То, что вот это солененькое, соль добавлена. И приправа. Мне очень понравилось. Ты не пробовал лакот? Ничего. Взболтать. Сейчас попробуй. Это вот не молоко, пробует муж. Пахнет как мужская. Ну да, или вот соком, мультифрут. Вроде ничего. На сыворотку похоже мало. Ну а что, смысл такой же. Вода, овсяная мука, концентрированный апельсиновый сок, манговое пюре, концентрированный сок маракуйи. Если взять, то уже другую, да, попробовать вкус. Ну да. А это очень даже вкусненько, вкусненько, вкусненько. Че, все, больше ничего не надо сожрать. Даже всю кружку выпил. Не молока. Во, фигу ему дать. Молока налить. Вот грудинка. Тут получается... Вот тут был прям жирочек. И второй кусок тут вот прям уж мяско-мяско. Всем пока-пока!